Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepare to Die Edition. Мы находимся в Андедбурге и сейчас попробуем что-то сделать с драконом. Я, конечно, практически уверен, что ничего не получится, но, тем не менее, я хочу попытаться его убить, потому что, в принципе, на моем уровне это осуществимо. Я только что уже начал это делать на серии, он тут сам по себе свалился, это позорно, конечно. Ну да ладно. Хвост я ему уже отстрелил, и в результате с двух стрел всего получил Drake Sword, который, по сути, по своей мусор полный, но на первых этапах игры помогает многим. Хотя я с ним и не бегал особо. Ну, неплохой такой меч, кстати говоря. Так, как нам тебя бить? С лука? С лука самое верное будет, но охота честного боя, и поэтому мы сейчас, скорее всего, помрем. Щит у меня все тот же, потому что на нем 90% защита от огня. И кроме прочего, на мне еще надето кольцо, вот это, которое защищает от огня. В результате у меня защита от огня 350. Нехило так. Это не сильно мне помогает против дыхания. То есть я выживаю, но... Смотрите, что происходит. Но, по крайней мере, я не помираю с первого дыхания. Так, теперь... Как же мне пробраться туда? Я могу вон туда вылезти, тогда ты полезешь сюда, но... Ну, я не знаю. Самое простое, можно было пробежать за него. Это как-то я очень просто делал, но, похоже, не таким медленным персонажем, что ли. Ага, назад отошел. Отлично. Все, что пробежал. Давайте еще попробуем. Кстати, может получиться? О, давай, давай, давай. Хорошо. Так, ну, по крайней мере, откроем эту дверь. И что теперь? Ты вернешься? Я бы вернулся на твоем месте. Давайте костер зажжем. Фу, так. Не хочет драться, не надо. Но вот отсюда снизу я бы как-то мог его убить еще. Не знаю. Так, что еще у нас тут есть, в принципе, такого? Здесь у нас обычные зомбятики и больше ничего. Отлично. Oh, hello there. Forgive me. I was just pondering about my poor fortune. I did not find my own son, not in Anor Londo, nor in Twilight Blighttown. Where else might my son be? Lost Idyllium, or the Tomb of the Grave Lord, but I cannot give up. I became undead to pursue this, but when I peer at the sun up above, it occurs to me, what if I am seen as a laughing stock, as a blind fool without reason? Well, I suppose they wouldn't be far off. Короче говоря, говорили, что нужно было что-то где-то сделать. И тогда в результате его можно было спасти. Но не знал. Скорее всего, напишут в комментариях, что именно. Кому интересно, почитайте. Я уж теперь, наверное, в следующий раз за эту игру сяду, а я за нее обязательно сяду. Потому что она офигительная. Но это будет очень не скоро и явно уже не для канала, потому что и два прохождения это уже, по-моему, многовато. Так, дракон, ты вернешься? Нет, я хочу в тебя пострелять, попробовать. Я думаю, вернется. Так, тихо, подожди. Короче говоря, я понял, куда мы сейчас пойдем. Мне, честно говоря, в Нью-Лондо особо не хотелось. И более того, не хотелось в гробницу гигантов. Мы сейчас пойдем в Изолит, то есть
колыбели хаоса. Так, дракон. Как мне сделать, чтобы ты вернулся? Если я сейчас обратно побегу, ты будешь меня жечь? Похоже, что нет. Ладно, вернемся сюда попозже. Он не окончательно отсюда ушел. А нам нужно, чтобы попасть туда, нам так перенестись к дочери хаоса. Но, по крайней мере, я показал вам, что тут есть. Здесь ничего нет. Здесь в свое время был мой первый ПВП. Против меня дрался какой-то урод. С помощью двух щитов меня избивал. Это было печально. Like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Так-то да. Еще есть что сказать? Oh, hello. Понятно. Так, там внизу у нас ничего, да? И никаких секретиков. Хорошо. Так, ну не оставляй же тебя тут. Собственно, больше нам тут делать нечего. Перенестись. Дочь хаоса. Склеп темной луны оставим на потом. Там будем пвпшить, когда поймем, как это делать этим персонажем. Пока что, то есть, это вообще непонятно, каким образом. Так, ну что, пойдем в самую, наверное, сложную локацию игры. При этом не очень интересно, потому что там очень ярко. Просто лупит по глазам. Но попробовать стоит. Здесь капродемоны, потом таурус-демоны. В качестве обычных врагов. Это само по себе смешно. Учитывая, какую панику при первом бою вызывал тот и другой. Но здесь такое ощущение, что они маленько ослаблены. Но тем не менее, в таких количествах, вон, видите, они стоят. Давайте попробуем. Потом после этого пойдем в гробницу гигантов, наверное. Еще в нарисованный мир надо сходить. Мест еще хватает, короче говоря. Найдем, куда пойти. Там, в принципе, у них ничего особо хорошего, но я все равно обязан туда. Так, подожди, я к бонфайру не прошел. Вернее, не присел около него. Плохо. Если меня сейчас убьют, я далеко окажусь отсюда. Ну, в принципе, перенестись можно. Че время-то тратить, верно? Так, там у нас капродемон стоит. А тут у нас стоят таурус-демоны. Стрел довольно-таки... Подожди, а что такое? Что-то заглючил маленько. Иногда не стреляет, и все. Шо вошло? Так, ну только по одному, видите, даже по одному у них вообще практически ничего не сносит это дело. Нормально так. Офигеть. Тут либо нужно щитом Хевела, либо уворачиваться. Но просто так драться с ним не вариант. Потому что просто отбрасывает, не успеешь ничего сделать. Да, попробуем. Так, ну, увидели, что с прибитой с одним происходит. Что будет прибито с двумя, я думаю, стоит поговорить отдельно. А лучше вообще не разговаривать на эту тему никогда. Нет, пожалуй, все-таки надо будет алебарду взять. Ну-ка как? Ну, полегче, да. Хотя это намного. А-а-а! Да ты заколебал уже, ну. Короче, только уворачивался. По-другому просто не успеешь его ударить. Увернулся. Хорошо.
Да. Да у тебя вообще автонаводка безотказная, я посмотрю. Ой, какой ты душный. Блин, ну как мне их? Ой, если с каждым столько валандаться. А там внизу у нас что? А там внизу у нас смерть явная. Так, теперь ты давай. Может просто пробежать, как в прошлый раз, и успеть схватить то, что успею. О, сразу двое заметили. Или нет? Блин, надо было алебарду взять. Тогда бы я хоть дотягивался после удара. Хорошо. Короче, не особо котируется в моем представлении этот меч, когда есть алебарда. Она, по-моему, получше все-таки. Ладно, хоть лук есть. С арбалетом я вообще не дотянулся просто. Там еще автоприцелом нужно попасть. Недолет. Офигенный противник. В смысле, на самом деле интересный. Так, хорошо, давай. Хорошо тебе вошло в голову. Надо будет повторить как-нибудь с другим. Сейчас просто если в ту сторону пошел, меня бы отнесло. Так, ладно, почти готово. Тем не менее, разобрали. Так, моя стрела. Так, перелет. Твой башка. Хорошо. И сюда, родной. Блин, какой... Здоровый такой несется, как товарный поезд. Дурак, что ли? Убьешь так кого-нибудь. Так, ну и последний. Фу, неприятные противники. Давайте больше не будем это повторять, ладно? Одного раза, я думаю, хватит. Ох, как швыряет. Блин. Еще раз. Вот я уж не успевал ничего. Давай. Рискованно? Но нормально. 1200 всего за каждый дают. Несправедливо. Так, там мы сможем взять только умерев, либо колечко взяв специальное. А здесь у нас вообще душа, по-моему, просто лежит. Прям посередине. Поэтому лучше давайте-ка сюда. У нас вообще дороги тоже никакой. Нет, похоже на то. Так. С этим щитом мы быстрее чуть двигаемся. Ой, фреймрейт. Ой, 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 ой. Да офигеть, ну вот эта тупость, блин, временами просто убивает. Я столько их бил, не дай бог вы сейчас воскреситесь, это будет просто удар ниже пояса. Ну, как там можно было зацепиться вообще? Ой, блин, ладно, я не буду материться. Ладно, хоть у нас можно по-быстрому туда перенестись.
блин, там верняк был. То есть допрыгиваешь, прокатываешься и бежишь вперед. И нет, все равно. Капец. Будь эта игра человеком, я бы ее сейчас ударил. И все это ради каких-то там, по-моему, в одном месте душа, причем даже не самая такая качественная. В другом месте, по-моему, осколок чего-то там. Так, ну давайте уже зажжем этот костер и больше не будем таких ошибок совершать. Давайте. Блин, человеком стоит становиться? Нет, сейчас опять сгорю. Что, стоят там ребятушки? Ребятушки исчезли. Уже хорошо. Ох, какая пакость, а. Как там вообще можно было упасть? Как там можно было зацепиться и не бежать вперед? Ну, блин, я долго буду сокрушаться по этому поводу. Гадство, просто гадство. Игра такая. Капри демон, я скоро к тебе приду. Держись, скотина. Я злой. Кстати, я, по-моему, фигово у вас сжег этот костер, поэтому если сейчас умру, то могу и не появиться там. По-моему, нужно было еще что-то проделать. Потому что эсов у меня по-прежнему 7. Не знаю. Души можно не брать, они сейчас не так важны. Я их уже не коллекционирую. Ну, ну, елки-палки, ну что происходит-то? Я не понимаю просто, что-то похоже. Почему он не бежит-то туда? Офигеть. А почему? Почему просто? Кто-нибудь объясните мне. Так, ладно. Давайте возжечь сделаем. Игра, хватит меня убивать, пожалуйста. Сейчас опять фантомы эти, блин, долбанные полезут. Ох, игра, ты меня злишь. Обычно ты меня радуешь, но сегодня, блин... Видите, что у меня с ногой, да? Ну ладно. Последний раз я тут, когда сидел, вообще там, по-моему, одной рукой что-то непонятное делал. Более-менее нормально.